Привет всем, это Асия. У меня в комнате 14 градусов тепла. Ну, это так, к слову. Вы знаете, какой сегодня день? Да, сегодня 11 ноября. В Японии этот день называется День Покки. Что? Спросите вы. Что такое покки? Это, конечно же, японские вкусняшки. Я купила их, чтобы показать вам. Это вранье. Ты покупаешь вкусняшки, чтобы сожрать их сама. Сама бы я столько денег не потратила на свою жертву. Так что да, я купила их, чтобы показать вам. Вот они, 4 вида. Есть еще другие разные шоколадные, но я подумала, одни однообразные и интересные, а другие интересные виды уже оказались проданы. Вообще, эти покки, я о них хорошенько узнала, они продаются в Японии с 1966 года, и все японцы знают их с детства. Я думаю, вам они тоже могут быть знакомы по рекламе. Какие у нас тут вкусы? Амондо. С миндалем, шоколад с миндалем, клубника, вот такой вот зимний шоколад, то есть я так подозреваю, это, наверное, кикан гентей, да, фую гентей. И, конечно же, зеленый чай. Конечно же, существуют другие вкусы, которые в лучших традициях японских вкусняшек ограничены по территории. Например, на Хоккайдо есть со вкусом мелона, дыни в смысле, на Кюшу со вкусом мандарина, в Нагану со вкусом винограда, и еще чего-то. Интересно, какой из них самый вкусный? Ну, почему 11 ноября день покки? Потому что они похожи на цифру 1. И, кстати, у японцев просто цифра 1 пишется, она без закорючки, без такой. Она у них просто как палка. Ну что ж, будем пробовать. Так, что у нас тут самое вкусное? Попробую. Начнем с этого. В России, кстати, у нас такие сладости, они называются соломкой. О, они, кстати, необычные, они такие потолще. И, то есть, на них больше шоколада. Да, как я уже сказала. И они без шоколада, просто отдельно. Но есть такие, которые с шоколадом, шоколадная соломка. Сзади написано, что какое-то покрытие двухуровневое. Да, это реально очень вкусно. Как японский киткат. Даже еще вкуснее, может быть. И чего? Кстати, еще я в Твиттере видела, люди постили фоточки вот типа такого, только там было не только ичиго, там были какие-то эти самые просто ягоды. Но в супермаркете и в комбине я нигде не нашла. Хотела купить, но не было. Все раскупили. И они не простые, они в форме, видите, сердечек. Такие вот сердечные покки, такие няшечные. Тут видно, что они сердечечные. Вкусно. Миндальные. Это тоже вкусно. Я обожаю шоколад с орехами, поэтому этот вкус мне нравится. Последнее то, что можно купить только в зимний период со вкусом какао. Должно быть вкусно. Обломилось. Облом. Да, неудачник — это судьба. Вот это вкусно. То есть здесь поверхность посыпана таким мелким порошком какао. И внутри шоколад, но это по вкусу очень-очень вкусно. Вот такие покки, 11 ноября. Как видите, они все очень разные, но все абсолютно вкусные, точно. Как я сказала, в Японии их уже раскупили, потому что сегодня день покки. Наверняка эта фирма придумала этот день, чтобы поднять уряги, то есть чтобы продать. Благодаря этому я тоже их попробовала и узнала, что они на самом деле вкусные, потому что до этого я их вообще не помню, чтобы покупала. Спасибо за просмотр. Всем пока!